В телефонной беседе с президентом Узбекистана Касым Жумар Тукаев обсудил повестку дня предстоящей консультативной встречи лидеров Центральной Азии в Кыргызстане. Речь также шла о произошедших на минувшей неделе трагических событиях в Каракалпакстане. Глава нашей страны отметил своевременность решения руководства Братской Республики по обеспечению стабильности в этом регионе. Он также пожелал Шавкату Мерзиёеву успехов в проведении референдума по внесению изменений в Конституцию.